У всего есть начало, и у всего есть конец. На выборы я не пойду. На выборы пойдет мой преемник. Он пока что не соглашается на это. Но у меня только одна кандидатура, которая достойна быть мэром города Сумы. Это студент 2004 года. Это человек, который уже себя сделал. Это человек уже кандидат физико-технических наук. Этот человек, который с первого и до последнего дня рядом с моим сыном простоял на Майдане. И не просто простоял, а боролся. И был в глазах политиков в январе этого года провокатором на Грушевском. Это Андрей Кравченков. Он пока не соглашается. Но я сделаю все возможное, чтобы он стал следующим, настоящим мэром города Сумы. Я заведу его в кабинет, в свой кабинет. Я сделаю все возможное, чтобы он стал лидером нашей громады. И не дам возможности его там кушать, как кушали меня первые два года. И все, кто со мной работал в 2006-2008, помнят эти процессы. Помните? Помните. Я потерял два года. И настоящим мэром стал только в 2008 году, пройдя кучу барьеров и кучу испытаний. Только выборы могут решить и успокоить общество в нашем городе. Честные, прозрачные выборы. Сегодня также написали заявы про звільнення все мои заместители, за исключением Виктора Мефодьевича, который остается на хозяйстве. Революция победила, и по правилам революции тот, кто ее не поддерживал, должен уйти. На самом деле решение о сложении полномочий міського голови мной было принято давно, в тот день, когда Янукович не подписал ассоциацию. А, наверное, еще даже раньше, когда я говорил о том, что всем молодым людям, которым меньше 35, нужно немедленно валить из этой страны. Эту страну не изменить. Эту страну не изменить ни за 22 года, и даже за 40 лет. Потому что в этой стране нет пустыни. Негде 40 лет водить людей. Негде. Но все-таки надо бороться. Первые дни после революции вы уже видите. Вы видите? Те ребята, которые в январе пошли на Грушевского, были провокаторами. Кто пойдет на Грушевского, считайте провокатором. Я говорил, что ли, это? Не я. Лидер Бальківщини говорил. Так за кого погибла Небесная Сотня? За то, чтобы они портфели делили? Негайно, немедленно закон про люстрацию.
Был мэром, все, не имеешь права баллотироваться. Был депутатом, все, не имеешь права баллотироваться. Был премьер-министром, министром и так далее, не имеешь права. Полная перезагрузка страны. Только это спасет. Немедленно закон про люстрацию, немедленно. Иначе ничего в этой стране не изменить. И ничего в этом страшного нет. А вот придут непрофессионалы. Успокойтесь, читайте историю. Читайте. Вацлав Гавел. Когда ему сказали, так придут же, они же ничего не умеют. Они же ничего не знают. Что он сказал тогда депутатам в Праге, в ихнем парламенте? Лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. Так было? И где Чехия? И где мы? Немедленные выборы Верховной Рады. Изменяйте закон. Открытые списки, мажоритарка, все равно. Но перед этим закон о люстрации. И абсолютная полная перезагрузка власти. Я своим примером подаю... своими действиями, подаю пример для всей Украины. Был мэром, все, не имеешь права больше баллотироваться. Называй преемника и веди его до победы на выборах. Я так сделал. Они делят портфели. Делите. Как вы будете работать? Если у вас доверие людей... Я зашел в апреле 2006 года в кабинет мэра с гордо поднятой головой. И я ухожу из этого кабинета с гордо поднятой головой. Я вчера шел от театра по Петропавловской, по Соборной и по площади. Я ни разу не опустил глаза. Ни разу. И я не буду требовать от Майдана назад мою годичную зарплату за оплату бензина для коктейлей Молотова. Я не буду показывать фото тела своего сына, на котором нет живого места. Я не обижаюсь на этих людей. Они не ведают, что творят. Это не слабый ход. Я не предал вас. Я не ушел. Я очистил по законам революции путь новой власти. Заходите, работайте. Но выборы, вы без выборов нелегитимны. Вы без выборов нелегитимны. Поэтому завтра самороспуск Сумской міської ради в подтверждении моего подання. Закон 60 дней о выборах. У Верховной Рады есть время принять решение на распуск Рады и на оглашение выборов в місті Суми и міського голови, и депутатов Сумской міської ради. Мне задают вопрос, а почему такое раздвоение личности? Как гражданин Минаев, я делал все, чтобы этот режим был свергнут. Я сделал больше, в десятки, в сотни, в миллионы раз больше, чем те, которые кидали в меня яйца. И я не буду считать мои покрышки, которые были в Киеве. Когда светило 15 лет тем, кто их туда привезет. Мне не нужны ни награды, ни что. Когда моему сыну светило 15 лет, и он вез 18 покрышек, один. Когда все гайцы в Киеве блокировали все. После того, как Янукович не подписал ассоциацию, он перестал для меня существовать. Как для гражданина Минаева. Но не как для мэра Минаева. Мэр Минаев избран всей громадой.
всей, она разная. Она разная. Она и поддерживала революцию, она и не поддерживала революцию. Неправильно, когда мэр города Харькова выходит и рассказывает от имени громады, что он против революции. И неправильно, когда мэр Тернополя выходит и говорит, что он за революцию. Он мэр всей громады. Что, в Харькове не было людей, которые за революцию? Не было? Было. Так какого ж хрена Кернес говорил от имени этих людей, что Харьков против революции? Что, во Львове не было людей, которые против революции? Были. Так почему Садовый говорил от имени громады? И так далее. Мне было смешно, когда в Сумах проходили эти майданы. Эти люди не способны даже организовать. Они сейчас будут управлять. Революция делается с одним лозунгом – воля або смерть. Поэтому, как мэр Минаев, я не мог поддержать революцию. Как гражданин Минаев, я ее поддерживал. Я 4 года держал наш город от разграбления, как мог. Как мог. Я сохранил водоканал. Сохранил. Вегера, я сохранил Дорлинстрой вместе с тобой? Поднимись и скажи, как тебя прессовали. Поднимись. Саша, поднимись. И скажи. И скажи мою позицию и твою позицию. Как мы не сдавали с тобой Дорлинстрой. Не было этого. Не поверят этого. Ну, это было, это уже прошло. Сейчас правильно вы говорите, революция. Это совсем другие люди. Меня хотели убрать не революция. Меня хотели убрать эти, которые были у власти. И моего сына в августе месяце арестовывали. В обмен на складание полноважек. Я этого ничего не буду рассказывать. Теперь это уже действительно не важно. Теперь это уже действительно не важно. И вчера, когда шла колонна, или собиралась идти, я позвонил и сказал, у меня есть всего лишь 7 патронов. 6 трупов будете выносить из-под дверей моей квартиры. Я не себя защищал. Я бы свою жену защищал. Того человека, который в 7 часов утра упала в обморок. Когда мы дождались, когда придет Львовский и Тернопольский. И когда сын пошел домой спать, сменившись. И я думал, она умерла. Она выжила. И я молил Бога, чтобы мой сын остался жив. И это счастье. Он остался жив. Я буду рядом. Я буду подсказывать. Я никуда из Сум не собираюсь уезжать. Короткевич, Женя. Барановка готова? Поставь колышки, чтобы все знали. Поставь. Для моей мамы, для меня и для моей супруги. Поставь, пусть стоят. Это чтобы все знали, что я никуда из своего любимого города не уеду. Спасибо вам всем за то, что со мной работали.